А, во, нормально. Можно покрутить. Мне вот челик говорил то, что вот эта вот хуйня стоит в мак... Она реально 1800 рубасов стоит. Че, блядь, шутка, что ли? Нихуя себе. А какой долбоёб купит вот эту хуйню за 1800 рублей? У него вообще, типа, есть статистика в лавке? Можно как-то посмотреть? Ну, не купить, а посмотреть на торговой площадке. О, вижу, сейчас поставлю. Так стоп, блядь, её ж нельзя передать или продать. Нахуй она тогда мне нужна, если её нельзя передать или продать? Где тут нахуй, я буду дальше крутить. Какая же хуйня. О! Хули я радуюсь, блять. Ну все равно, почему нет? Так, подожди. Угу. А на Лину есть вообще у него аркана? Опа-па! Горячо. Такс. Так, с чего начнем? Мне не хватает вот этих вот абобусов. А, и вот этой вот абобуса не хватает. Ага, ага. Шанс упадения аркана на 0,3. Ебать. Ну, покрутил нормально. Так, сейчас. О! Вот эти вот крючочки можно обменять теперь. Бэм. Сюда! Ну, одну аркану я накрутил по итогу. Ща, погодь. Модный приговор происходит. Во! Все, давай. А, жетоны кончились. А можно сейчас Лину, кстати, на жетоны взять как раз. А почему бы и нет? Тоже аркан на Лину убил, очень грустно. Хотел аркан на Джаггер или дровку. Аркан на дровку? Ты точно уверен, что тебе она выпадет? Подобные арканы, как аркан на дровку, ВР-ку, там Мардру, не, погоди, в Артране, сука, которые, а, Акаша и так далее, они не выпадают. Сундук предлагает 17-го года с имморталками, так ты просто посмотри, что там по ценнику и все. Обычно все эти сундуки с имморталками, но не говно. Типа в них имморталки стоят по 30 рублей и все. Я вот сколько здесь крутил эту лавку, мне ни разу не выпадало нормального сундука, чтобы там что-то стоящее было. Так, блин, что-то по это... Что-то в мид не пошел. Что-то подумал, подумал. А потом вспомнил то, что я тут, оказывается, не в мид иду. Лина керри. Даже никто не душнит то, что я Лину в керри взял. У нас Тима аниме. Сюда. Там у Бары, кстати, было 7 побед подряд. Ага. Он удвоил свою ставку рейтинга и ебанул предсказание. Надо Баре немножко сейчас шансы подпортить. Здорово, здорово, здорово. Так, а что у нас за тренер там присоединился? Я видел, у нас тренер какой-то был. Он все, он исчез? Ух, ёпта, Брист. Брист и кто? Ага, Брист и Огр, походу, да? А, не, Брист и Бара, понял. А, блин, какой Огр, его здесь нет. Так, ладно, пока он еще не сильно пшикает, надо его просто харасить.
Опа, нормально, харасим два ствола-то. Продуктивненько. О, бара на разборке идет. Ля, на секундочку не успел, чтобы ХБ сделать. Не. В игрульке играем? Да. Не брать? Ну да. И вероятнее всего выпадет какая-нибудь хуйня. Блин, мана кончается. Так, поезжи. Уи, задумочка пошла. Крепочек убился, шикарно. Вообще, кстати, странно то, что Лину в керри не берут. Типа она же очень сильно предрасполагает под керри позицию. За счет своей скорости атаки и урона. Что началось-то? О, успел обновить. Ой-ой-ой-ой! Хуэсэ! Так, эта хуйня сейчас на баше будет молиться, я умру. А ладно, передумал. Что-то пшикает как много. Здоровье бы чуть-чуть восстановить, а то я могу сейчас от любого пока сдохнуть. Ой-ой-ой. Так, ладно, поначалу надо монориген себе какой-то обеспечить. Ну, тупо. Плюс один к восстановлению маны. Охуенно, блядь. Ну, просто замечательно, блядь. Нет, маны, нет. А что маны больше регенит? Ну-ка, мне нужно больше монорегена. Я так не хочу этот Falconblade покупать. Подобно пламени. Ладно, черт с ним, иди сюда. Давай, 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 нормально. Ну-ка, ны, на ны, ны. Я тут сыграл даже. Вижу, а вот он у меня. Сюда. Так, какой еще не ушел, у меня хил кончился. Ай-тай-тай-тай-тай-тай, блядь, идет псыкает хуйня. Подожжем их. На меня напали. Опа. Захуя, рыба, успею. Я успел. Ну ладно, сайфа фуловый, вернусь, поговорим. Надо танго купить. Танго, а еще одну успею или нет? А вроде успею, или нет? А хуй его знает, а непонятно. Со скоростью пожара. Встань, давай. Обливион став нихуя монорегена не дает. Его, ну, поменяли. Он один монореген всего несчастный дает сейчас. Я ж прочекал с самого начала обливион став. Я, собственно, его и хотел изначально купить. В атаку. Не сейчас. Так, ну это возмутительно. Чуморфа ебануть. Я бриста ебануть хочу за эту всю эту хуйню, которую он сейчас делает. Да. Указывать, указывать. Городи-ка нам. На бары бежит, или он просто выебывается? Тобой, если что, так, подожди, мне бы 6 левел заработать. Так, он что-то совсем развоебывался. Ну-ка, и нафа. Я не попал! А я не успею обновить сейчас задувку. Да. Да, у меня скорости нет. Не, блядь, да заебал. Подвижка будет выебаться? Надо подуть! Ладно, до мидла можно. Везде жара. Хорошо.
Ну иди ты нахуй со своими бальшами! Взял опять мне баш прописал, ну ёба-баба. Ебать. Подружек позвал. Три ствола и то кое-как завалил. Фу, а это кто вообще был? А кто это, подожди, 7-го левела? Это мидер, походу, да? Ну да, судя по левелу, это мидер. Я чё от мидера Солянова не отхуярил? Ну, против троих. Вичблейд? Да не, я если буду собираться, я без Вичблейда буду играть. Дарину будем пробовать? Да мы просто, ну, Марфай, он из нее выходит. Смотрите, Марфа подарены. Бара бежит, похуй. А как же он много пшикает? Только не беги, только не беги. Блять, ты куда? Бля, Алина, катя на меня, иди на меня, иди на меня, Алина, иди на меня. Я умру просто от крипов. Нормально все. У меня все по плану, все отработано. Конфеты еще как-нибудь дают или только в путешествии? Конфеты вот тут. Подожди, где? Вот. Вот. Вот здесь можно обменивать жетоны на конфеты, видишь? Я же забрал. И не только там, там по-всякому это работает, но думаю, ты понял. Бля, бесконечные пиздилки, как не прилечу, сразу дерутся. Я не готова. Да-да, через руку буду собираться. МКБ ху бы здесь точно не помешало собрать. Против Марфа того же. Он типа спиной встал, да? И подумай, что это его спасет. Ны-ны-ны. Его спасет его подружка на баратруме, а все остальное его не спасет. На хп реген что-то выпало. Ну, хуй знает, не. Еще слишком рано. Я вся горю. Открываю огонь. Догнать и отпиздить! Че? Я его не убил? Да ты чего? И сколько хп? У него осталось 38. Охуеть, походу задувка не долетела. Да понятно, что через суперлотар я буду. Я его куплю, этого очевидно. Но потом. Для начала надо что-то на фарм купить. Да я его и так напрягаю, как бы сейчас. Это что за хуйня тут была? Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Очко. Взял мне вышку, сломал, но совсем охуел. Чё, блядь? Со скоростью пожара. Так, понятно. Опа. Да не блокай! Волна огня. Давай, давай, окар. Так, меня хуета подрезала, это вот это вот вообще нехорошо. Хорошо, бар на меня разгон не взял. Подобно пламени. Профитничьи скиллы зарабатывать? Да, да, профитни. Вот я сейчас скилл заработал, ага. Не всегда тебе будет возможность зарабатывать через скиллы. Блин, не хватает, конечно, хоть какого-то минимального вампирика. Этот. А, бля, это тут ебаная сындуры. Просто какой... Блин, давно с такими микрочеликами не попадался. Почему мне нуб сносит пол ебало со Сейсаной Вендетты? Я не понимаю, так вот это. Сейчас не пол ебало тебе сносить будет, он сейчас скоро все ебало будет сносить. Хунище просто полное. Просто с Вендетты не пол ебало снес. Это бред, блядь, я считаю.
перекачаться успел. Он меня видел, кстати. Он да. заранее начал свою хуйню шмалять. Ну, нахуй эту шлюху, блядь. Не-не-не-не-не. Там, походу, вижен стоит. Да, там был вижен. Он знал, что я там. Пойду-ка я дальше лесочек хуярить. Фар много времени отбирает. А, ни один керри не фармит при помощи киллов. Короче, надо ебаного ежа ловить с тобой, Марс. Я типа, а вот киллов ты получаешь гораздо больше икспы, чем голды. Ты можешь зафармить, к примеру, две пачки крипов и заработать столько же, сколько за убийство челика. Ты его не убьешь. Я его спокойно убью, смотри. Спокойно обосужусь. Аура у меня чистый урон, блядь, я магический, я не рукой. Аура у меня чистый урон, у тебя точно аура чистого урона? Ты... А, он погоди, он сколько лет в коме лежал? Погоди. Я помню то, что аура чистого урона была когда-то давно. Спускайся, ебаный шашлык. Оп. На всякий случай на телепорте. Соберу, та шлюха ничего мне не сделает. А вдруг это просто карлик, ну? У него голос такой детский, а по факту это там мужик 40 лет сидит. Блядь, еще много можно падать, если пидорасы. Медленный огонь. Что, за мной что выехал? Есть обратно? Ага. Давай. Да, добивай так, да. Волна огня. Найс, нахуй. Так, ну сейчас для меня Брист уже такой опасненький становится. Ну, как бы такое. Я Нюкса вижу далеко, этого можно и потыкать даже. Она же, блин, у нас фармила, так все трахает. Быстро. Опа. Ну, сейчас, блядь, идти. Вот, давай, ебем его. Ну, какой какой-то соло бегали, чего. Или не кил. Да. Подобно пламени. Я боюсь Никса. И опять из каких пердей придет. Я иду. В бой. Там все глазики поставлю. Все сам, да. Все сам. Подожжем их. Уже теплее. Блин! Сука, как знал, ведь он заебет, блядь. Какая хуйня. Иду. В этой игре вот одна для меня проблема. Это вот эта вот хуета на таракане. Все. Больше проблем здесь нет. А женщина? Да не женщины это. Это карлик. Просто огня поднимаешь. Ну, ебать тут нахуй их. Я иду. А что-то домики не падают, погоди, надо исправлять. Говорите же. Хотя бы вот этот домик сломать надо, то непорядок. О, ны. Ой, как быстро падает. Тут наверняка хуйня быстро на меня не прибежит. По типу Нюкса, будет полкарты бежать. А, бежит, смотри. Ёбок бегает, Чё, уйдем его на? Кто? Давай, ебаш, лучше, блядь. Открываю огонь. А это что было? Меня ёбаный сову толкнул к Нюксу. Из-за этого я потерял дистанцию. И он мне дал поеблищу вендеттой. Эй! Это что за хуйня? Я ещё подумал сначала этот скилл назвал Нюкс. Так буду, а как? Типа ёбаный бред какой-то, такого быть не должно. Из всех возможных траекторий эта хуйня выбрала именно к Нюксу. Переигран лучшим нейтральным крипом переигран. Ну это реально на подкрутку сейчас было похоже. Как бы все было на моей стороне, там был вижен, все было идеально. Почему Нюкс, вот ты, блядь, а ебучий этот собух выбрал именно такую траекторию, именно к траекторию к Нюксу? Почему? Подобно пламени.
Там Нюкс уже в могиле был, он под вардом. Я ждал, когда он поближе подойдет, чтобы под Рейнштана попал. Хуль ты зыришь? Давай заберем, заберем, заберем. Да он, блядь, из базы не выпускает. Ты лучше на Нюкса кнопки трать. Близ идет, аккуратно, блин. Уйди, уйди, уйди. Куда уйди, уйди? Ты рядышком вообще, ты мужик. В бой. Ты, братан. Да. Она шлюха выжила. Я что ли? Со скоростью пожара. Не, вроде не про меня. А куда летела девочка? Рапиру? Дорогу огонь. Ой, крепочки вкусные. Мы. Горит ярче. Так, что-то катка с намеком на бесконечность, походу. Буду бегать вот здесь, где вижен есть. Чтобы эту хуйню не к себе подрыгнуть. Главное, чтобы нейтралы снова с ума не сошли. Я один уже раз в ахуе был. Почему здесь постоянно эта черная полоса появляется? Да. Уже какой раз я в нее прохожу? Ну, Сильвер почти готов. Сильвером Бриста можно вообще на изи врубать. Хотя не без меня его там выключают. Не успел. Ага, вижу хуйню. Подрежу, сейчас его захуярю. Блять, иди нахуй, помоги мне, пожалуйста. Да, сука, он еще летит ко мне. Найс, бля, какие вы крутые парни, люблю вас. Блять, я-то охуерил таракана. Красавцы, блять, спасибо, Лена, спасибо. Что там, сыкаешь, да? Дурачок, блять. А хули я боюсь-то? Она больше скорости, богу скорости, недостаточно скорости. Бурезу надо? Нет, надо купить МКБ и... Всё, урона будет хватать. А потом сатаник сверху. И БКБшечку. И все, и живем. О, вампиризм выпал. Хоть что что-то. Пойдем... Немножко заебывает бегать постоянно на без хп. Ш обычно покупают на Никса против выживания. А вроде как вообще ничего не работает. Никс ёбнутый сейчас. Вот. Его сделали каким-то, сука, да сумасшедшим. Ой-ой-ой. Линку еще имеет смысл купить в этой игре, блин. Иду. Ой, блядь, мог же убить, это автоатака уже была, чисто случайно правой кнопкой мыши попал. Я иду. Мэтч Лэйр норм итем против Никса. Да-да. Никс буквально на хере вертел твой Мэтч Лэйр. Потому что, чтобы Мэтчлэр работал, тебе нужно Никса ударить. А вся сила в Никса и в его внезапном нападении. Еще слишком рано. Так, но они там выебываются наверху, я им быстро домик снесу. А че слот? Да. Реально быстро снес. Ля махач. Был пацан. Ловим, ловим, ловим. И все, что у меня. Быстро.
Да. Ну это такая яга, опа. Не уйду, надо ебашить. Есть какой проблем, есть какой проблем, с проблем, с проблем. Блять, ты фуловый, ты чё еба... Надо линку оформлять, всё, да. Чтобы разгоны бары убрать. У них два догона. Well. Не, ладно, я гем куплю после того. После того, наверное. Хотя я могу сейчас Falcon Blade продать, да? Могу. Не, сейчас уже как бы нахуй не упал. А ну, лики дают 20 интеллекта. Да, я продам Falcon Blade. Я не готова. Пока они там снизу хуярятся, я домик еще снизу сломаю. Ой, снизу сверху. Дорогу огню. Курьер был. У меня есть 15 секунд. Этого хватит. Не. Они глиф еще просрали, это минус домик. Они отошли, не знаю, может я съебался. А похуй минус домик, я уже сломал. Там и пассивно 20% резиста, так сила матчслеера как раз таки не в том, что у тебя пассивно 20% резиста, а в том, что ты ударил челика, и он по тебе меньше урона наносит. А если хочешь получить 20% резиста, то просто берешь, покупаешь себе клаку, и все. Вот, клака за 800 голды, получаешь те же самые 20% резиста. Только вот эти 20% резиста нихуище не помогают от нюкса. Помочь. Не надо, это пассивно. Не сейчас. Это ДДшка мне, можно подраться. У меня ДДшка есть. На меня напали. Да. Ну я, конечно, охуел. Я домики сломал почти. Варды съед. Бара на меня разгон вроде так и не взял. Окей. Лина, Лина по нами? Лина, можешь спушивать? А, yes. Да. Дорогу огню. Они без танка, они без танка по мне. Помочь, парни. Сожжем их всех. Но пока они снова отвлекаются, я им еще один домик сломаю. Хотя, блин, Никс умер. Иду. Ой, Никс умер, ты, блин, Некр умер. Уже теплее. Не, не успею. Волна огня. Или успею. Зависит от того, как долго они там драться еще будут. Мне секунд 30 надо, чтобы сломать. Блин, не успею, кажись. Сейчас бар разгон возьмет. Не башим! Ны! А? Блять, они чья-то кто? Ну, домики падают, нормально. Сейчас ебучка Зевса тоже упадет. Не, не упадет. Блин, он резкий, а? Иду. Может, получится его найти? О, вон он. А, это иллюзия, блядь. Да. Арс, соло, 5 секунд, жди меня. Иду. Бля, Марс, иду. А можно перестать башить меня? Перестать башить? Перестань меня! Тяжело. Я куплю, я сатаник, куплю. Вот, там гем у этого челика есть. Это выбил, наверное, его. БКБ против бара не работает. У него сквозь бары БКБ баши прокует. Да я просто ему урона. Урон. Просто один урон. Я с косой добью тут долго. Марафа можно как нехуй ёбнуть просто с одной лагуны. Дальше он понять даже не успеет, от чего он помрет. За
Не, мясы не вариант покупать. Надо просто танковать ебалом это все, то, что он наносит. Давайте сейчас все просто по длину сыграем. Марс, давайте под ней играть. Ну, очень сильно. Его сейчас станет забрать. Это весь урон, который он смог нанести? Что это какой-то слабый на них все. Да ты заёб! Чё-то тупо на ассистах живу. Всю ману просрал. Блять, мне вижен нужен, я не могу так бить. Хорошо. Добро. Ой, хорошо. Я, кстати, не этого челика не убил, по-моему. Я тупо все засистировал. Еще перекача сла, когда я косу дал. Понесел. Сейчас я схилю, я схилю, мне первый скил. Ломать. Только этого здесь. Но это мегачи. Правда, у меня сейчас скорость упадет. По мне еще дается. Может, в него лагуну ёбнуть на все, чтобы не выебывался. Хотя нет, скорость и так нормально. Да ты заебал, дай лагуну дам. Так, я чисто домики ломаю. Домики падают. Вот и все. Можем остаться позвонить здесь, подраться. У меня БКБ только нету. Думаю, они сейчас меня будут ломать нас. Идиоты, ничего. Уходи. Мочь. Блин, задух ходить некуда. Деретесь, да? Деретесь. У меня сейчас около 30 тысяч урона по строениям будет. Я буквально все нахуй спушил. Все, что было, я все спушил. Даже. Так, подожди, унитаз недоломанный. Да, давай, спасибо за игру, парни. Подожди, унитаз недоломанный, непорядок, блядь. На-н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 а. Еще унитаз не сломанный, непорядок. Да ну нет, унитаз живой остался. Сколько? 33 тысячи урона по строениям. Ну-ка, давай. Хотя не. Так много не может быть, если у них нету челиков, которые хилят строение. 26 тысяч. Да. Что-то я прихуел, 33 тысячи. Но все равно, как бы, 26 тысяч, с учетом того, что мои челики 3 тысячи и 2 тысячи нанесли. Тут сломал.